Что вы записываете у меня в руках? Тут не должен чинить, придурок. Да пошел ты со своим дробовиком. Ебани эту ферзя, слышишь? Блять! Не обманывай руку! И яйца. Что за ожидание других игроков, блять, без него? Ай, больно в ноге! Щерпинец! Вышел отсюда. Мороз по коже! Я похож на Гошу. Ха! Бля, погромче я не сделал. Так, все, я сделал это погромче. Я не понимаю, ты можешь зайти? Ты, блять, он сучка. Лайки ставим, быстро, все. Люблю всех, всех целую. Люблю, всех целую. Ставим лайки. Большие лайки, больше видео, больше просмотров, больше подписчиков. Поэтому у нас вон, вы просили поставить лайки, вы там 3000 забацали. Знаешь, как приятно? Вот меня, я аж с первого пустил от этого. Так что давайте, пожалуйста, ставьте лайки. Я буду очень рад, большим пальцем вверх. А вниз не ставьте, вниз ставят только пидорасы. Вы запомните хуесосы, поэтому... Ну, пидорасы, хуесосы — это те, кто дизлайки ставит. Поэтому, пожалуйста, не ставьте. Ну, я думаю... Щербинин! Инвайт? А, да. Инвайт? Инвайт? А... Вижу инвайт, бегу к цели. Щербинин, кстати, сказал, передёрнет, когда мне приедет. Ну, когда приедет. А, кстати, скоро будет видеообращение по поводу... Ты можешь, я тебе 15 раз повторяю в смешновках, не делать никаких заявлений, обращений. Это все делается в видеообращениях, а не в смешновках. Повторяйте 15 раз. Скоро будет видеообращение... Я опять делаю это... Скоро будет видеообращение по поводу сходки в Питере, которое будет Щербинином со мной. Поэтому следите за новостями. Я просто... Мои смешновки все смотрят, поэтому я тут и говорю о видеообращении. Но это ваша проблема, если вы не упустите проблему. Что? Щербинин, можешь зайти? Я затрахался. Я начал новой игры. Я вас не слышу. Громче! Капитан! Капитан без корабля. Капитан мочил. Ой, микрофон намочил. Я готов! Алло, меня слышно? Раз, это Харбас. Меня слышно, говорю? Да. Нет. Я микрофон в чай утопил. Ушел нахуй. Придурок. Меня взял, окунул микрофон в чай. Адмирал! Ты у меня футболка обмалафленная. Капитан! Илья, ты что творишь? Ну, пидорас, взял, мне место отнял. Не-не-не. Заметили, мы каждый выпуск начинаем с О, с BMW. Качели. Блять. Не надо, у меня сейчас вылетит игра. Икра у тебя вылетит? Щербинин, да. Давай с тобой пошел. Стоп, посмотри сзади, тачка расхуярена. Почему это? Ты сейчас поломаешься, не надо. Я сказал, тачка расхуярена от просмотра, вот это. Пожалуйста. Ты что сделал? Илюхин за погибка. Ты что сделал, идиот? Что просил не подъезжать к качелям? Так, Щербинин, погоди, значит, отсюда мастеричка какая-то. Все полетел? А! It's gonna be like us. Не понял, Илюха, ты где? Я упизанулся. Бля, нихуя меня попиздохал. Ебать, у меня тачка, знаешь, похожа на капкан. Капкан? Да, у меня ее распидорасил, знаешь, ну как сказать. Хуям это мягко сказано. Вот представь, BMW задан на тузо. Задан на тузо? Задан на тузо, да. Cruel Addict Fosh. Курлэдик Паша. Чё не Паша? Курлэдик Паша, говорю. Ты Паша звонил вообще. Паша, позвони. Бухать поехали. Взял? Ты трубку взял, когда он тебе звонил? У меня Витас сломался какой-то. Витас? Калета? Ломоносову позвони, кстати. Он просил перезвонить. Давай, живёт вот на Ломоносове. Это чё? Кто? Ванёга, да, Ванис. Ванис, блядь. Что у меня с камерой? Я камеру сломал. Мартыненко, если ты это смотришь. Мартыненко, ты знаешь, как камеру отключить случайно? Мартыненко, он сам меня исправлял. Вот да я мне сказал, похуй, Мартыненко. Это ты меня так научил, сука! Это для гранд-пупа пойдет. Это знать надо, это классика, сука! Мартыненко! А ты мне говорил, Мартыненко, сука! Так вот, у меня вопрос, как поправить камеру? У меня камера сама хуячится, вон, я тормоз нажал, но мне... Мартыненко, бля! Сука! Пидорас! Опять обосрался, гандон! Бля! Как мне сейчас все-таки жалко твоих соседей. Вот, блядь, искренне и хуёво. Раз. Слышно? Хуишно, блядь, тебя и было слышно нормально. Чё ты пиздишь, блядь? Мартыненко пришёл. Мартыненко пришёл? Мартыненко сейчас сидит и ржёт. Он ещё написал сейчас спальник какой-то. Это пиздатый. Это пиздатый. Бля, пиздатый. А мы можем отописывать? Не поодиночке, блядь! Ты можешь приехать ко мне? Сука, как этот пидорас очкастый говорил? Сука, блядь, нахуй часто.
блядь, с дерева наебнуть, блядь, нахуй. Шипелп, быстрее, пожалуйста, я тебя прошу. Я отдам любое золото, чтобы быть с тобой. Блядь, совет нахуй, блядь, меня, блядь. Сейчас приду, блядь, тебя нахуй, блядь. Ну ладно, блядь. Блядь, совет меня постоянно, блядь, телепорт, блядь, ты мать съел, блядь. Давай, стройся. Чё ты, блядь, за хуйня, блядь? Стройся, упожался, блядь! Чербинин, блядь, подошёл. Только что, блядь, отсюда пришёл, блядь. Чё ты на линге, блядь, каком-то, блядь? Нахуй, блядь. Сейчас, блядь, на гитаре буду играть, блядь. Смотри, блядь, дим, дим. Там оставили блядь всяких модов, и мне не работает ничего, урод. Чербинин, блядь, мне как постоянно, блядь, нахуй его, блядь, отсюда вызвать, блядь, нахуй, надо, блядь, идти тут, блядь. Да-да-да-да-да. Блядь, распустил свои люнюни, блядь, чё ты, блядь. Чего тут, блядь, беленький такой, блядь, появился, блядь, такой пидорасненький, блядь. Круг проедем, блядь, потом эти машины, блядь, едем, потом, блядь, ничего не знаю, что ли, блядь. Тут, блядь, слева от меня, блядь. Стартуй, либо пиздуй! Рэджи пипл, вуду пипл, лап-пара-па-пап. Та-тара-тара-ва-пуру, куда, сука, ты едешь быстро, пам-пара-пам, блядь. Въебался. Массаж. Раз, блядь, едет тут за мной, блядь, постоянно, чё, блядь, несёт, блядь, нахуй. Сейчас разворот, блядь, распидорасься, нахуй. Распидорасься. Молодец, блядь, ёпта, развернулся, ёпта, молодец, блядь, красавчик, блядь, 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 отпустило. Березовского выключи, пожалуйста. Березовский! Как его зовут, ты можешь мне напомнить? Чё? О покойниках так нельзя говорить смело. Я тебе говорю, как зовут этого, который с дерева упал. А, Володя, блядь, медведь. Блядь, блядь, ёбаный в рот! Сука, мать, ёбана нахуй! По горам, по лесам, по высоким, бля, полям, ёпта, бля, ой-ой, бля, ой-ой-ой, бля, ой, горох большой, меня зовёт с собой су-су-су, бря. А блядь, вот орёт тут, блядь, нахуй, чё, блядь, орёт, нахуй, вообще непонятно, блядь, молодь медведь, блядь, с вами. Раз-раз-раз-раз-раз. На один раз не пидорас. Ну так вот, а мы продолжаем наши разрывные смешновки. Один раз не модельер. Блядь, куда ж ты, ёпта? Ты чё, больной, что ли, тайм-код снял? Вообще. Ты чё-то хуй, блядь. Ты хватит там по деревне летать. Ты можешь меня подождать? Я про никашки. Про никашки или про макашки? Про никашки, я проникаю сквозь все хуйни. Ах, как я хочу тебя, блядь, приедь, пожалуйста, я тебя надеру, блядь. Я, блядь, вставлю по самое не балуй. Найду, блядь, вставлю, блядь. Какой же я пидор, а? Ну, блядь, в этом я не сомневаюсь уже. И я думаю, никто из наших подписчиков тоже в этом не сомневается. Потому что это всем известный, откуда ты взялся. Тайм-код. Тайм-код посмотришь, потом появишься там. Бля, если я начну газовать... Блядь, стой, пожалуйста! Я тебя прошу, грязь не целуй. Да я не собираюсь ее целовать, я ее только есть люблю. Слушай, Сарделькин, ёпта! Смотри, как дрифтит, блядь, сука, не так, ну. Блиталкин. Ёбаный в рот. Ну, мы будем что-нибудь новенькое придумывать, офигенное, интересненькое, смешное. Давай. Забавненькое, я не знаю, смешное. У нас все смешновки, не страшновки, потом что-нибудь меня, стой, лови. Смешное. Розовая роза, розовые штаны. Красный пидарас. Вот вы должны были поставить Армагеддон, может вы поставили? Щербинин, когда мы его убьем? Я пошел нанимать давай киллера. Увольнять. Кстати, ты уволен. Кстати, пошел нахуй. Кстати, пошел нахуй. Сейчас мама такая, че че материшься, охуешь? Я такой, блять. Ты откуда тут берешься постоянно, я не пойму. Я уебался об свою штангу. Я видел об свою штангу. Спайкер в сети, кто такой? Стой, пожалуйста, прошу. Нахуй. Слушай, я не люблю капризный круг. Я люблю укладки губы. Капризные щеки, ладно, хорошо. Блять, как ты заебал-то подо мной. Я не люблю капризных губ, я люблю розовые щеки. Разборка. Пидорская. Чё там, блядь? Ладно, я приеду навстречу к тебе. Ты что, типа при парковке? О, Андакоп попал? У тебя вот это, вот тут тасол полетел, смотри. Сука, блядь. Тасольчик полетел. Тасольчик, говорю, полетел у тебя вот здесь вот. У тебя пиксельный капот как. Возгорание, видел? Произошло возгорание, машина исчезла, телепортировалась. Садись. Просто... Поехали. Сел? Сейчас. Погнали. Ня-н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 я
It's the northbound from Stockholm. It's from San Francisco! Блять. Такой охуительный Сан-Франциско, ты бы знал просто. Сан-Франциско так и катится ко мне в рожу. Оп! Купаться! Я немного Роберт стоял. Опа, Роберт. Это как Робертсон, только, ну, отчество. Иди сюда, скалолазик. Миша, хелп на меня, пожалуйста. Да ладно. Возьми. Возьми.
Огромная скульптура. Сюда приедь, я тебя трахну. Давай, браток, сейчас раздеваемся уже, бля. Бля, как затрахал меня твоя вот эта вот монашка твоя уже, махнашка. Побрей хоть между ног хоть раз. Ладно, ладно, хорошо, уговорил, все, я пошел. Ладно, подождем. Ладно, подождем. Еще подождем. Вот еще, 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 пока еще. Ну, как тебе сказать, что побрил. Ебал-то отсюда. Че ты нервничаешь? Че ты нервничаешь? Че ты психуешь? Давай поговорим, хорошо. Раз! Что это за машина у тебя? Давай поговорим, говорю. Сми ее, Сабра 2. Поговорить надо, ну что ты, зачем ты? Ну что вы так делаете? Ну люди, ну добрые, ну что же вы так делаете? Ну зачем же вы так? Ну не стукай, ну. Ну что вы стукаете? Садись, Мпелизовский. Ну что это такое? Сабры погнали. Теперь, короче, у нас задача такая, отсосать друг другу, только без Порша. Вы тут проедем? Проехали. Точку, точку. Точку чуть-чуть. Проехали. Тихо, теперь без точки, короче. Overtaking. Кто первый, короче, едет? Кто сосет? Ты сосешь? Нет. Ты заебал-то, а? Граммофон свой выключи! Да что вы нянчите так, ребят, ну что вы, ну как не люди, ну что вы, ну не столько, ну. Вот ну, братишка, ну ты чё? Да ты собака нерезанная, потому что. Да ну что, какой нерезанный? Я резал вчера собаку, я ел ее даже. Ем собак, ем ебу. Какой же ты поворотник откупишь? Ем ебу, практикую. Дякую за чего? За якую? Дякую за практикую. Блять. Ну ты, блядь, экстремальчик, ебаный в рот. Ну ты экстремальчик, блядь, ебаный в рот. Питя, это не стат, блядь, меня не спасет. Купи мне золотую покрышку и пиздуй на три стороны, сука. Ты рвешь и не жалеешь, пидорасик. Блядь, я тебе поворотник как-то куплю. Алмаз пропач, блядь. Блядь. Идиот, они парные. Ты чё на меня пидорасишь-то? Ты чё, ты, блядь, пидор, что ли? У меня дым аж изо рта полез. Что, похуел? Да кто перед машиной, тот красавчик. Кто? Какой Роберт? У тебя лысина. У тебя Роберт без машины, ты сказал. Ой, это не моя машина, да? Подожди, да, нет, это моя. Вот это. Лох, я тебя обогнал, всё. А Симычлен, он такой же упругий, как твой фалос. Сам ты Асимыч, алё. Симычлен. Шамаич. А Ctrl 1, пожалуйста. Ctrl что? 1. Окей. На нопаде. Давай, блядь, короче. Я перепутал кнопки. Не надо. Полетели. Ай. Ну зачем? С точкой-то. Заехал? Давай на мост. Сердце огнящий ночь не... Ты ёбнутый, что ли? Что? Как я так сделал? Это что, это скейт-парк или что это? Я слайд сделал. Ну вот тайм-кодик напишите, посмотришь потом. Я через мост хуярю. Блядь, это нет. Блядь, что-то я где-то это видел. Кажется, в Сан-Франциско было такая. Сан-Франциско. Шашлычок. Под коньячок вкусно очень. А я сибу синий стала с город Сочи. Эй, сердце с тобой. Вместо тепла лежу на ковре. Вместо ковра шерсть. На пылающий город падает смерть. Вместо горы еду по скале. Вместо скалы хуй. Я люблю тебя. Но больше свой хуй. Нету тепла, когда в очаге. Когда в очаге болезнь. Вместо тепла поедаю я шерсть. Перемен. Перемен требует нашей хуйня. Перемен. Александр Долгорукий, дайте мне, пожалуйста, инвайтик. Вы сейчас видели в прямом эфире, как товарищ Шабанов покончил жизнь самурайским хирамством. А куда я лечу? Откуда я? Шабанов? Шамаич? Шабаич? Слышь, Мишин Хелп на меня, пожалуйста. Так я, блядь, 15 раз на тебя телепортировался-то, чё ты? Кашанов, дайте мне инвайтик. О, здравствуйте, вам нужна консультация? Goldberg Finder Office, здравствуйте. Goldberg Finder Office, здравствуйте. Сука, как выходить с твоей баранки? Goldberg Final Office, здравствуйте. Блядь, сука, гони, блядь, как заебал. Вы нам стену поцарапали, пожалуйста. Пошел нахуй! Пожалуйста, контролируйте себя в контроле. Сука, пошел. Здравствуйте. Сука, где мой офис, блядь? Goldberg Office, здравствуйте.
сука, сейчас порежу твою маму. А можете-ка, пожалуйста, простите, пожалуйста. Сучон, блять, уйди. Можете не обижать, пожалуйста, сотрудников нашей компании. Вы взорвали машину в нашем офисе, пожалуйста. Да хуя шрамов, когда твоя мама тебя увидит. Посудали, сучонок! Сука, поехал, блять. Погнали. Блять! Ебаный нахуй! Ёперный театр, сука, блять! Что вы делаете, товарищ? Сука, если я тебе, блядь, поясню, что я делаю. Товарищ, пройдемте в мой кабинет, пожалуйста. Антон, окей. Давай. Пройдите в приемную. Ты где, сука? Ты снизу? Блять, сейчас тебе объясню, блядь, по нарам все, блядь. Где твой офис, сука? Блядь. Товарищ Полкин, пройдите, пожалуйста, в приемную. Сука, блядь, сейчас, блядь, порежу, нахуй, всю твою семью. Здравствуйте, тетя Зин. До свидания, тетя Зин. Рот, а какой же ты все-таки анчоус. Товарищ Полкин, нам нужно поговорить. Да, я слушаю. Простите. Да, нет, подожди, давай заново. Иди нахуй. Ну сделай еще раз так. Питер! Я сломал трубку. Идиот, иди сюда. Помогите сюда. Мне. Сюда иди. Спасите меня, мне за ногу не маньяк. Ты можешь, сука. Он ползает по земле. Алло. Я не ползаю. Ты ползаешь, ты прыгаешь. Мне нужна машина. Да не так, уёбай. Щербинин только сбил, нахуй. Пока. Тут где Щербинин? Щербинин, где ты? Щербинин, привет. Пока, Щербинин. Отличная рожа на весь экран. Спасибо за крупный планчик. Ctrl 1, пожалуйста. In time code with Rust. Блять, ты как... Я ненавижу эту тупую игру. Щербин, ты... Сай, ты понимаешь, что ты изобрел лозунг нашего смешного? In time code with Rust. Нет, раз и in time code with Rust. Настрив коньячок. Старичок, настрив коньячок. Какой же коньяк без тебя-то? Вы понимаете, что в 15 числа в 15.00 приходит товарищ Подмышкин и будет проводить лекцию на фоне серебристых холмов нашего и родины. Блядь. Прошу быть всех наших подписчиков. Иначе. Мадам, не ломайте дверь, пожалуйста. Какая нахуй мадам тебе? Я, блядь, престарелая, сука! Хорошо, престарелая, сука, будьте, пожалуйста, повежливей. Блять, открой свой инхилятор. Блять, стой, запрыгни. Блять, стой, подожди. Подожди, стой. Я с другого транспорта сейчас на тебя запрыгну. Стой, тихо. Подожди, сейчас экстремал не будет. Так, я... Блять, сука, не открывай. Подожди. Сейчас. Блять, дай запрыгнуть-то на машину. Во. Сука, ты... Да подожди ты, ёбаный просто, вот второй час. Прикрыл. Ты тачку зачем Феррари убрал? Я нечаянно. Так, что ты с BMW наделал, казак? Не за тебя зацепился. Что ты брейк-дансишь на машине, я не имею. О! Да ёбан ты что? А тут по-любому функция есть такая функция. Чтоб держаться? Да. Ой, прости, братан. Вот тихо. Блять, я почти за твой край зацепился. Ну, братан. Нижган, сука. Тихо. Поехали. Блять, да он падает. А как мне реально, может есть такое? Может год-мод? Да, год-мод тут при чем, конечно. Тихо. Да блять, ты можешь как-нибудь держать одинаковую антресоль? Антресоль бывает разная. Алкаш не ебаный. Может гравитацию выключить? Да, поможет. Блять! Отключил? Нихуя. Не! Нихуя. Нет, нет, я не Щербинин. Блять, не. Трагедия 15 мая. Кто считает меня антресолью? Подписывайтесь на наш комод. Пожалуйста, ставьте большие. GTA. Жирные. In time code with Rust. Ты где, блять? Тупой. Раз. Интрам пункт with Rust. Ты где, сука? Уважаемые пассажирчики, заходим. Ах, господи. Уважаемые пассажирчики, пожалуйста, пройдите на борт. Да-да. Пассажирчики, мы скоро отбываем. Отбывай, отбывай. Ну, сука, давай скорости. Я тороплюсь. Погнали. Блять. Громче, быстрее, сильнее. Faster, better, stronger, faster. Уважаемые пассажирчики, скоро будет первая остановочка, называется воздух.
Воздух у тебя в воздухе. Остановочка, воздух. Пассажирочки, пожалуйста, проходим, выходим. Пассажирочки, выходим. Выходим, не задерживаемся. Блять, что-то не вовремя. Бля. Пассажирочки. Пассажирчики. Пассажирчики. Следующая остановка я. Земля. Mission help, пожалуйста. Прям, пожалуйста, пожалуйста. Блять. Здравствуйте. Ебанулся, что ли? Прибыли в автопарк. Да, автобус. Не шали, браток. Ну, лучше бы ты сейчас на нем покатался, как-то я. Дует тут. Ну-ка, я тебя покатаю, сука. Не надо меня катать, я ухожу. Ну, блядь, сядь! Пока. Ну. Прыгай, подвезу. Хорошо. Да я провалился. Слайдер. Ну, запрыгни на нее. Братан, давай. Да ты запрыгни. Давай, контролом хуякни. Ну хуякни контролом, мешный. Это было очень гениально. А пока ты меня катаешь, я посмотрю на функцию грабера. Спасибо. Мадам. Не шалите. Че валяешь, сука? Ты где, блядь? Знаете что? Блядь, московская, ты где? Не работает. Не работает. Берем бочку. Фермине с бочку. Творите в нем. Так, не... Брюх. Да. Иди сюда. Плеер суицида. Бля, нихуя ты там усхуярил. Ко мне иди. Нет. Где? Нет. Как вы заебали ржать на время. Ржать на время. Записи, суки. Пидоры. Я одет был в хлопковое платье. Что, яйца воняют? Зачем ты так? Помыться надо. Не хочу с тобой. Как же ты заебал-то, блядь. Ну хуй ты весь пол-то не засрал? Не? Бэ? Фагает по фасону. По фасону. По фасону. Ну ты месил и сагай. По фасону. По фасону. Сука, ладно, я прыгаю, если ты пошел с этим хуяришь. Лови, дебил, блядь. Сука, ёбаная. Блядь, не смотри наверх. Ёб твою маковку. Нихуя себе. Ебать, колотить не сраться. Вот это пиздец. Нихуя себе. Ребятки, я думаю, комментарий здесь и полностью излишне. Итлисти, комментарии полностью, поэтому мы переселяемся и поедем на Хаме, поедем на белом Хаме и будем заниматься сексом. Саска. У меня написано загрузка, я не знаю, я сдох, не могу... Я просу тебя. Я тебя очень просу. Мясновки должны быть мясней. Пожалуйста. Пожалуйста. Саса. Блять, я говорю загрузку, у меня походу повисло. Пожалуйста, Саса. Блять, тащи один, пожалуйста, ради бога. Саша, я сосу тебя. Не капризничай. Я не люблю, когда совочек мне в задницу. Я не люблю капризных роз, братан. Один большой дилдо, и сходи со мной в магазин, пока не поздно. Я повис, не могу, ты сука, охуел что ли, блять? Загрузка написана на весь экран, блять. Чё, если ты сейчас не приконектишься, я ставлю большое дилдо прямо тебе в задницу. Ты хочешь сказать, чтобы я заново создавал сервак? Я хочу, чтобы ты заново ставил дилдо себе в задницу, потому что никто не решал его вынимать. Аплодисменты. Аплодисменты. Пожалуйста, прекратите заниматься блудными делами. Рукодрочеством. Рукодрочеством. Именно этим я хотел сказать, братан. Ты заебал-то, а? Я не понимаю, ты хочешь сказать, что тебя пересоздавал или что? Я хочу, чтобы ты обосрался. С
всем зрителям нашего канала привет, с вами XBoyGTXDiceLightChannel. Сегодня мы с вами поговорим о девственности и ее существовании. Существует три вида девственности. Первая степень девственности — это полная пиздец девственности. Полная пиздец девственность, она существует с самого вашего рождения. То есть, как бы, когда вы созреваете, ваша девственность, но она сохраняется, как бы это называется полная пиздец девственность. Сокращенно ППД. А также потом наступает другой период, называется он полудетственность, то есть когда вы, ну как бы уже почти, ну как бы, как вам сказать, когда вас патрулят, ну патрулируют, троллят другие копы, и вы как бы понимаете то, что ваш, как бы, ну, ваша матка, так сказать, созрела, но вы еще полудетственница, вот. А потом существует уже понятие детственница, когда уже, ну как бы детственница, да, ну не совсем детственница, ну как бы ваномас, но не ваномас. Ну а потом уже начинается четвертая степень, которая называется дырявая дыра. Вот. Дырявая дыра бывает уже обычно после 18-17 где-то лет. Дырявая дыра, она, ну как бы, так сказать, компенсирует все места. Вот, смазывать можно. Вот. Но огурчик совать лучше не нужно. Вот. Поэтому мы лично пребываем с Мы лично с Ильей пребываем в другой степени девственности. У нас, как бы, это, так сказать, врожденная гейм-адвенчерс девственность. То есть гей-адвенчерс от слова гей. А гей, мы гей оба. То есть, если вы не знали, как бы гей-адвенчерс от слова гейм-адвенчерс. Вот. И поэтому, как бы, как вы не считали то, что я курю план, не план, то, что я запланировал свои действия, то, что я там, не знаю, занимаюсь. Прыгай назад. Да. Михалыч, набери. Сейчас. Не берет. Блять, Михалыч, ты чё? Алло, Михалыч. Ох. Тихо, не влазь только, пожалуйста. Ради бога. О! У тебя что-то болтается в кузове. Не знаю, что у тебя там болтается. Что ж ты делаешь-то? Сука, тебе удобно, блять. Тихо, тут ты экстремальчик, братан. Братишка Ширка пока не стал. Блять. Ты что творишь-то? Я ж тебя не выкинул. Аккуратненько же, тут стражник. Братанчик. Вартанчик. Вартанчик, прошу тебя, аккуратненько. Окей. Тихо. Ну что ты наделал, я упал. Тихо, я с тобой. Никуда не двигайся. Мне интересно. Что интересно? А мне не интересно. Тихо, блять, комета падает. Ебануться, пельмени гнутся. Ёб твою. Идиот? Дрифтан. Это как братан. Только дрифтан. Подожди, нам нужно тачку посадить. Браток. Садись. Эксклюзивчик. Браток, я обиделся. Садись, братан. Я обиделся. Ебануться ты с пассажирского ебашишь. Браток, сядь, а. Пожалуйста. Щербинин подтерся под гузником. Сядь, пожалуйста. Ну, не великий. Не великий, казнись, великий государь. Убился от Мерседес, именно это сейчас будет происходить. Опять одиночка какая-то ебаная. Сдулись! Ребята, вы сдулись! Сдулся у тебя в штанах. Горит коп. Он тебя только с утра надувает. Вообще. Да, сосиски. Пока. Поехали, полетели. Сейчас починим. Все, давай. Ты любишь дрифт на Мерседес? Ой, нет. На. Смотри. Арабский, блядь. Арабский, блядь? Идиот? Нормально. Айдига! Это откуда? Не знаю, вылетай, пожалуйста. Звук какой-то был нанометр. Нанометровый звук, я бы сказал. Тихо, не влазь, пожалуйста. Летим вдруг. Летит красивая! Смотри, сейчас мы по всему райончику разгонимся. Вот весь райончик закрыт на временный перепланировку. Нет, он не закрыт. Белый лимузин сбит. Блять, не та кнопка. Ctrl 6, 8, 7, 6. Уже поздно. Сядь, пожалуйста. Ну, сядь в этот. Мой водитель сбежал. Мой водитель сбежал. Звоню в полицию. Новый водитель. Мол? Садись. Вот да. О да. Сейчас пошалим. На славу, блять. Ну как, почему тут слава? Зачем на славу шалить? Слава. Лена. Слав, ты нас слышишь? Слава, если ты нас слышишь, мы не собирались, если честно. Прости нас. Слав, если правда что-то ну, не так, ты пиши в комментариях. Мы как бы, ну, разберемся, поговорим. Ты, Саня все время хочет кого-нибудь шалить. Вот Слава на этот раз под задачу попал. Я постараюсь больше этого предотвратить. Блять, какой же ты, сука, мудак-то, а? Трамплин. Дальше... Трамплин словил. А я бомжа словил. Ёбаный, брат, ты экстремал высшего уровня. Ты мне прическу поправил. Уложил мне укладочку. Экстремал высшего уровня, блять. Какой ранг ты дашь мне? Стартуем.
Дверь сломал. Не сломал, а закрыл. Блять, если начну газовать... Так что пошел нахуй. Она валит, блять. Угу. Ладно, под конец сейчас заебашим. Да-да, сейчас приду! Защёбить, ёбаная сука. Разыграем ситуацию. Разыграем ситуацию. Пидорас ебучий, блять, нахуй что творит. Ты посмотри на этого подмышки. Разыграем ситуацию, я забрал человека. Ситуацию, не надо разыгрывать ситуацию, надо преодолеть. Пока нахуй, пидор ебучий, блять. Я сказал, понял? Ёбаный в рот, ты меня разъебал. Ты что творишь, Щербинин? С каким пидорасом? Щербинин! Щербинин, ты что, обосрался, что ли? Щербинин, ты обосрался, блять, ты посмотри на себя. Ты как одет, чмо? Кто тебе разрешил так одеваться? Я не понял, ты что, охуел, блять, ты что, куда ты меня ведёшь? Парковочка, смотри, сейчас ничего не трогаю. Ты куда меня ведёшь, пидорас? Я сказал, ты паркуешь, знаешь? Уйди от меня, пожалуйста! Ты нахуй? Я бегу от тебя! Сука, стоять! Я не хочу с тобой ебаться, нет! Ты в рот тебе! Стой! Я пешком за тобой! Назад не смотри, сука! Он много китайцев вылез! Стоять! Ты нахуй! Блядь, стой! Девушка, спасите меня! Нихуя у вас ебать, блядь, девушка! Девушка! Девушка, ну нихуя вы тут! Ты чё, охуел, моя девушка? Я обиделся, иди нахуй от меня! Нахуй ты обиделся, блядь! Угу. Пидорас. Подвинься, блядь! Я тут. А-а-а! Не нахуй! А, он гонится за мной! Он гонится за мной! Ты хочешь погонь, блядь? Нет, если вы еще не поняли, что это полный пиздец, подпишись на канал, блядь! Алло! Ты, сука, сейчас поймаю, блядь! Блядь! Ебанулся, что ли? Я сбил мотоциклиста, ебаного! И дальше едет, блять, как уйдет, что ли? Я за пустым корветом сейчас мался. Да очень странно с твоей стороны, братан. На, сука, на, сука! На. Телефон, здравствуйте, мне нужно позвонить, примите. Алло, алло, поле чудес, здравствуйте, здравствуйте, это поле чудес. А, Щербинин в сети, вот у меня вопросик такой. Можно ли вам огурчики подвезти, пожалуйста, вот мы сейчас с дружком моим братом, вот очкастым, подвезем вам огурчик. Ай, котик, блядь. А что ты? Тарас, бац! Базука меня не... Тараш. Мой друг расшкакался. Мой друг сгорел, улетел. Мин, иди сюда. Минуэтик, пожалуйста, киньте. Как ты где? 60 нас. Быстро, мне кинули, блядь. Оба, вдвоём. Мой друг жив! Мой друг вижу! Салют, Майкей! Тебе вон конец, сука! Инвайт мне, инвайт мне быстро оба кинули, вот чтобы его полетались и кинули инвайт. Ебать, подосраться! Ёба, Нора, ты потираешься вообще? Подотри, чмо! Щербинин ультразвуком влетел, ты посмотри-ка. Ультрамарин. Ультрафиолет! Блять, ёбаный в рот, лифты стоят, лифты не едут, лифты только хуйню несут постоянно и нихуя не работают. Сегодня пришлось в очередной раз идти пешком, потому что какой-то пидорас насрал в лифте, блять. И этого пидораса зовут Александр Шабанов, и этого там ставил, верно, 200%. Кто не верит, можете позвонить. 385-2125. Блять. Иди сюда. Нахуй! Сука, в бургершот не заходи. Можно мне картошку по-деревенски? Свободный крас! Сырный соус, две картошки по-деревенски, а также три собаки. Три собаки, только две пока. Ты заебал. Блять, ты что стреляешь-то, пидорас? Что, охуел? Ты нахуй? А-а-а! Он бесит меня! А-а-а! Меня пука! Дерево! Сука, стой! Иди нахуй! Нахуй тебе говорю, где? Кто такой вообще? Оденься по-приличному. Я, блять, предупреждаю. Кто ты, блять, такой? Соска. Так что пошел нахуй! Ты что меня сбил? Ты меня сбил своим плечом, ёбаный плечо, отрастил себе как у мамонта, блядь. Садись. Опа, сюда. Ёбаный в рот, у меня пришло сообщение от Гащербинина. Ты что, охуел? Гащербинин, я тебе сейчас хуй оторву, если я вайт не кинешь, пидорас, блядь. Не. Под угрозой оторвания хуя, кидаем инвайт Щербинину. Можешь ехать, сука? Поехали! Идиот? Ты ебанулся, что ли? Что случилось?
Я могу пассажирам нажимать точку, но она не действует. То есть она, ну как бы я ускоряюсь и обратно возвращаюсь. Ты только что узнал эту хрень, браток? Да. Старые у тебя данные, чувачок, а свет не можешь нажать, пожалуйста? Свет сейчас будет. Да озарит нас Бог Господне! Пожалуйста, зажги свет. Зажег. Нет. А, ты же у нас модельер, слышь? Сам ты модельер. Ну ты же один раз не модельер, что? Один раз не пидорас. Ладно, давай приземляться тогда. Розовенький зашел. О, какая мягкая посадка. Осталось. Блять, инфернус! Я идет? Ты у нас как всегда. Стойкий парень, ты у нас, я смотрю. Ну да, я даже держал. Я уже бегу. Ты что смотришь на спидометр-то? Там ошибка, Леш. Ладно, хорошо, подождем. От солнца к солнцу. Подождем. А почему ты не работаешь? У меня не работает. Саня? Да? У меня не работает. Сука, как ты достал. Ладно. Саша? Это были смешновки. Я улетел. На, Андрей, не робей, пробей. Нихуя. Привет. Садись. Идет? Иди нахуй. Я улетаю, не обещаю, что вернусь. Ну мы с Щербинин своими делами займемся, что? Щербинин, да? Ёбаный ворот, меня распидорасил, прям в центре моста, посмотрите на эту хуйню. Бля, вот это неудача. Вот меня хуячит-то, блядь, я кого-то, я под астероидами, ну хотя все равно под астероидами, это не важно. Блядь, ёбаный ворот, ты что делаешь там-то? Творит-то красный Шевроле, это, блядь, Круз, нахуй. Не Круз, а Шрус, блядь, даже не Груз. Это даже не Шевроле, это, блядь, хуйня какая-то, блядь, красно-розовая. Почему? У меня голос сел, я не знаю, что говорить. Это у меня нейтральный голос, ребят. Что мне делать? Давай, копы посмел. Пока. Щербинин, пожалуйста, не шали. Саня, мне нужен ты. Саша. Я тут. Саша, ты где? Где ты, Саша? Тут. Саша, кушать. Саша, кушать, как аку. Какая фипля, ёбаный в рот. Ты на чем приехал-то, братан? У тебя зеркало не работает наполовину только. Ты будешь сесть? Я не могу, он забыл, я забыл. Бля. Она закрыта, что ли? Я не могу сесть, брат. Нет, он даже ручку не дергает. Бля! Да нет, она нормальная. У меня жопа. На мной гонится Булкин. Что мне делать? Бля, я не знаю. Заканчивай запись.